Здравствуйте. Сейчас проблема большая с мусоропроводами в новостройках. Почему-то мусоропроводы не эксплуатируются. Я купила квартиру, я хотела пользоваться мусоропроводом. Мне неприятно выходить на улицу и выносить мусор в лифте. Но соседи устроили собрание и решили мусоропроводом не пользоваться. Они вместо мусоропровода устроили там сарайчики, и мне жить неудобно. Хотя у меня во всех правоустанавливающих документах написано, что дом имеет мусоропровод. В соответствии с этими документами я плачу по нормативам, что как будто бы этот мусоропровод обслуживается. И получается плата за техобслуживание раза в 4 больше, чем у тех людей, которые живут в пятиэтажках, у которых в правоустанавливающих документах нет мусоропровода. Я бы хотела, чтобы вот эту проблему решили, чтобы люди, которые покупали квартиру в доме с мусоропроводом, этот мусоропровод имели и могли им пользоваться. А они видели какие-то там железные двери и чужие сарайчики вместо своего мусоропровода. Спасибо. Вот это моя проблема.